Всем привет! Сегодня предлагаю порисовать весеннюю зелень. В качестве фона я выбрала 2189 гель-лак нон-лак. Нанесла его в два слоя и сняла дисперсию. А вы знали, что самая сочная зелень получается при помощи гель-лака неонового оттенка? Прорисовываю листву, не полимеризую. Ставлю точечки в основании каждого лепестка гель-краской, тушь черная, лайнер. И далее из нее провожу вот такую прожилочку, строго посередине листочка. Пока прожилка растекается, я вот таким образом провожу тонкие линии. Их очень легко делать по-мокрому. Кончиком кисти я еле прикасаюсь к поверхности типса. Тушь-лайнер очень пигментированная, поэтому получается создавать вот такие тончайшие линии. Когда все листики обведены, можно добавить по несколько прожилочек в каждый листок, прорисовать веточки. Здесь не спешите, еле-еле прикасайтесь к поверхности. При желании можно вернуться и углубить цвет прожилок в некоторых листках. После просушки наслаиваю еще один слой желтого цвета на самые темные участки. Это создает дополнительную глубину. Сушим дизайн в лампе не менее 15 секунд и перекрываем топом без липкого слоя Top & Go. Top Flex – идеальный супер густой продукт для создания капель росы. Есть такая хитрость. Чтобы капельки росы были максимально выпуклыми, сделайте их в два слоя. На втором слое медленно накручивайте объем. Вот такой лайфхак. Сделали 2-3 горошинки. Обязательно прихватите их в течение нескольких секунд в лампе. Это позволит сохранить максимально выпуклой капельку. Пока дизайн будет сохнуть в лампе, я вам покажу, какой следующий урок в полном формате вы увидите на моем канале. Так что прямо сейчас подпишитесь и включите уведомления, чтобы первым увидеть мой урок. Ну вот, пришло время полюбоваться. Попробуйте повторить такой дизайн. Обязательно пишите в комментарии.